В этот день главное правило библиотеки – соблюдать тишину – было нарушено. Но никто из сотрудников библиотеки шум не пресекал. Даже наоборот, они помогали ребятам сориентироваться и найти нужный зал. Экскурсия для детей началась с первого этажа. Неспокойнее всего в кинозале. Именно здесь для детей был организован мультпросмотр. Ребята по желанию сообща выбирали мультфильм для просмотра. За время акции было показано более 10 различных мультиков. Один из них был на абхазском языке. Мне понравилась эта библиотека. Я тут впервые сейчас нахожусь. Мне понравилось то, что нам, то, что мы пришли, нам подарили книги. Еще мы посмотрели мультик с удовольствием. Удивительная тишина стояла в другом зале библиотеки. Боясь нарушить покой читающих, ребята тихонечко подходили к стойкам, брали книжки, усаживались рядом с остальными и окунались в тайну сказок. В этом же зале необычным было то, что каждый желающий мог забрать понравившуюся ему книгу по буккроссингу. После того, как он ее прочтет, обязательно должен передать другому. Ведь именно в этом и состоит весь смысл всемирного движения. Мультик просто был детский, поэтому мы вышли. Решили книжку прочитать. Да. Как вам в общем? В общем, очень хорошее впечатление. Да. Я, наверное, это запомню на всю жизнь. Да. На втором этаже здания библиотеки была открыта фотовыставка. 28 снимков старого Сухума из личного архива Анзора Агума впервые были показаны зрителю. В другом зале для детей проходил мастер-класс фрактального рисования. Для этого в Абхазию был приглашен российский специалист. К достаточно необычному методу рисования дети отнеслись с большим интересом. Старались выполнить все строго по инструкции. Сейчас дети вот рисуют здесь рисунок. Рисуется он закрытыми глазами, то есть контур рисуется закрытыми глазами, не отрывая руки. После этого мы с закрытыми глазами также берем карандаши из общей коробки и начинаем раскрашивать. После того, как все раскрашено, можно сделать диагностику по цветовой гамме, по тому, как нарисован рисунок. Детям нравится, то есть скажите, вот пусть дети ответят, как вам. Сегодня книголюбов пускали даже в святая святых, хранилище, где собраны редкие и древние издания. Библионочь в Национальной библиотеке проходит уже во второй раз. Делается это для того, чтобы привлечь молодого читателя. Мы сегодня привлекаем огромное количество пользователей, читателей для продвижения чтения. Мы открываем свои тайны фондов. Их у нас 11 обособленных фондов. Работаем мы сегодня, на целые сутки. Начинаем в 10 до 23 часов. Это для тех, кто приезжает из районов. А остальные город может быть и до утра находиться. Третий этаж библиотеки собрал любителей спорта. Здесь ребята могли проверить свои силы на выносливость, сноровку и мышление. Проведя немного времени в читальном зале, ребята постарше поднимались сюда. Здесь каждый из них мог найти себе занятие по душе. На этом этаже был открыт еще один кинозал, в котором показывали фильм о писателе Максиме Горьком. Дети, значит, узнают о творчестве Максима Горького, что он побывал в Абхазии дважды. И, значит, его произведение «Рождение человека в Абхазии». На последнем этаже здания была организована выставка книг об Апсуара. Детям давали их почитать. Более того, сотрудники библиотеки сами рассказывали о том, как должен вести себя абхаз, об обычаях и традициях нашего народа. Одним словом, сотрудниками Национальной библиотеки была проделана большая работа, чтобы каждому из посетителей было здесь интересно. И он обязательно сюда вернулся. Сарья Смыр, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.